В условиях высокой конкуренции среди заведений общественного питания эффективное наружное оформление кафе играет ключевую роль в привлечении клиентов. Одним из наиболее креативных и впечатляющих способов оформления являются объемные фигуры из стеклопластик. Они не только украшают фасад заведения, но и формируют у посетителей первое впечатление о кафе и его атмосфере. Стеклопластик обладает рядом уникальных свойств, которые делают его идеальным материалом именно для создания наружных фасадных рекламных конструкций. Несмотря на внушительные размеры, фигуру повара можно легко переставлять с одного места на другое. Обратите внимание, насколько четко и детализованно выполнена наша скульптура. Милое, доброе, привлекательное лицо будет завлекать всех прохожих попробовать что-то вкусненькое именно в этом кафе. Кстати, фигуры от нашей студии обладают высоким качеством и долговечностью. Они устойчивы не только к атмосферным осадкам, но и к воздействию, например, человеческого фактора. Как, например, дети. Вот бегают, здесь спицы ударяются головой, и ей абсолютно ничего нет. Но главное, чтобы еще и дети были здоровы. Также стеклопластик позволяет создавать сложные и детализированные формы, что открывает практически неограниченное количество возможностей для реализации самых креативных дизайнерских идей. Материал не токсичен и безопасен для окружающей среды, а также для людей, что немаловажно в современном мире. Вы заметили, насколько аппетитно и вкусно выглядит сзади меня кусок пиццы и хрустящий круассан? Я думаю, у всех прохожих возникнет желание попробовать на вкус круассан именно в этом кафе. В современном мире отличной идеей будет нанесение на объемные фигуры из стеклопластика название кафе, рекламных акций, возможно, даже небольшое меню, либо какое-то сезонное приглашение. Также все объемные скульптуры от нашей студии мы можем покрасить в корпоративные цвета вашего кафе либо ресторана. Установка фигуры стеклопластика у входа поможет привлечь внимание прохожих, создавая первое впечатление о кафе. Важно помнить, что грамотное использование наружной рекламы – это не только способ привлечь новых клиентов, но и способ удержать постоянных, создавая для них уютную и запоминающуюся атмосферу, как и сделали сегодня мы, студия Реклам.ру.